Этот выпуск журнала мы посвящаем вам, советские женщины, Международному женскому дню, вашему празднику, матери, жены, сестры, дорогие труженицы наши, чьи золотые сердца, чьи сильные руки сделали столько прекрасного и доброго на земле. Честь и слава вам, костромские колхозные мастерицы, наши путеводные маяки на пути к изобилию. Спасибо, труженицы-семилетки, за повседневный подвиг ваш, что творите вы во имя общего блага и счастья.